Сегодня устанавливаю спортивную стенку. Стенка называется «Ладос Чемпион». «Ладос Чемпион». Какая красота! Купили через интернет-магазин «Мобилак». «Моби»? «Мобилак». «Мобилак». 6 августа. Хороший магазинчик. Так, смотрим, что у нас есть. 4 стоечки. Вот такой канатик. Лесенка. И вот такие вот колечки. Это у нас качать пресс и лесенка. Перекладину уже вкрутили без проблем. Одно крепление я уже прикрутил. Вот оно. Имеется небольшая проблема. Во-первых, неполный комплект. Нет двух винтов десяточки. Впечатлило нас то, что Мобилак выставляет эти лестницы, эти шведские стенки у себя на проспекте очень красиво. Вот что нас и подкупило. Но еще раз повторюсь, впечатление не самое лучшее. Сборка кустарная, можно сказать. Ну, сейчас все кустарное, что же вы хотите, в стране это, разруха. И это в 21 век, да? Контроля качества за изготовленным изделием. Это говорит заказчик. А проблема у нас вот в чем. Вот этот вот винтик, который держит турник, и на нем же крепится вот эта вот стоечка. Очень короткий. Вот он закончился, а нам его нужно еще вкрутить вот в эту гаечку. А до гаечки он не достает. Что делать, что делать? Мало того, что одного винта не хватает, еще вот такая проблема. Даже не знаю, как быть. Послать клиента в магазин за болтами более длинными. Совесть не позволяет. Писали, значит, а у меня таких нет. Связывались по электронной почте и писали им рекламацию, просили выслать инструкцию с детальным изображением и перечнем содержимого. Ну и? И до сих пор высылают. Высылают? Да. Ерунда, зачем вам инструкция? Я уже мастер 7-го разряда. Любую стенку без инструкции. Вот, ну как дать гарантию? Хотя бы 3 дня. Очень короткие винты. Вынимаем. О, совсем другое дело. 4 немало мы взяли, нет? Нет, немало. На 1, 2, 3, 4. На 4 штуки. Прикручиваем. Гаечки приварены криво. Отверстия не по центру. И потому кронштейн крепится криво. Одним словом, не про Петровск, да? Не знаю, даже. Вот такой кошмар. Сикость-накость. Ну, я думаю, стрелять из нее никто не будет. И последняя. Разметочку сделали, теперь сверлим. Это дальняя, да? Дальняя точка. Это дальняя, это вот она ближняя. Вперед. Вставляем дебелечки. Вот
дюбеля неоновые. Немножко затолкаем за штукатурочку. Прижимаем стенку к стенке, шурупчики смазываем и вперед. Теперь нужно распереть распорки. И также вторую. Теперь этот канат нужно натянуть на перекладину. Это делается вот так. И прикручиваем. Еще должны быть декоративные такие штучки? Нет. Нету, да? Я тоже удивился. Слева, справа. Отсюда. Отсюда. А в основном все не так уж и плохо. Бывало намного хуже, так что вам еще повезло. С нас все. Принимайте работу.